Лето поистине можно называть любимым временем года детей, ведь именно в июне начинаются школьные каникулы. И дабы порадовать юных граждан, Хакимият Бастанлыкского района организовал большое праздничное мероприятие в связи с Международным днем защиты детей. Щедрые предприниматели раздали детям бесплатное мороженое. Песни в исполнении любительских групп, созданных при отделе культуры, подарили детям настоящее праздничное настроение.